1 января в Мирнинском районе появится новая организация – общество с ограниченной ответственностью ПТВС. Сейчас это структурное подразделение компании «Алроса», но согласно утвержденной программе вывода непрофильных активов, все предприятия, не связанные с горным производством, рано или поздно должны начать работу в автономном режиме. О том, как коллектив ПТВС готовится к этому событию и в каких условиях будут работать котельные района в будущем, расскажут наши коллеги. К выходу из «Алроса» мирнинское предприятие тепловодоснабжения готовилось несколько лет. На всех объектах ПТВС велась модернизация. Компания вкладывала миллионы в обновление котельного хозяйства. Вместо старых отопительных пунктов появились современные автоматические комплексы. Отслужившие свой срок агрегаты и трубы заменили на новые. В Мирном оптимизировали работу отопительной системы, закрыли ненужные объекты, как котельную БСИ. На очереди ввод и строительство газовых котельных в Алмазном, Арлахе, Айхале и Тасюряхе. Вообще оптимизация численности и автоматизация, они взаимосвязаны. Соответственно, вот мы вывели сейчас из эксплуатации, допустим, котельную БСИ. Естественно, ее кто-то обслуживал. То есть там был персонал. Мы оптимизировали эту работу, то есть полностью объект вышел из эксплуатации. У нас порядка 20 человек ушло под сокращение, потому что надо обеспечивать автоматизация и строительство. То есть оно само за собой влечет снижение каких-то затрат. Предприятие обновило и кубовые емкости, откуда жители частного сектора берут питьевую воду. В отпуске воды населению инженеры предприятия навели порядок, ограничив доступ к объектам тех лиц, кто не проживал в районе раздаточных точек. Также ПТВС ввело карточную систему отпуска воды. Теперь жители приобретают ее за небольшую плату. Спасибо. На предприятии уверяют, с выходом из «Алроса» цены не повысятся. Наоборот, у новой организации появится больше возможностей для внедрения новых услуг населению. С выходом предприятия в дочернее общество, уверяю вас, что по Мирнинскому району, где мы проводим, где мы существуем, где мы ведем, оказываем свои услуги, для населения и для потребителей, всех, кто пользуется нашими услугами, никаких серьезных изменений, да вообще изменений быть не может. Предприятие рассчитано и настроено на стабильную работу, и мы уверены в этом и идем вперед. Предприятие ПТВС станет 100% дочерней компанией «Алроса», а значит, сохранится структура и прежнее финансирование. Единственное, что потребуется от коллектива – эффективная работа. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».